Повышать производительность труда станет выгоднее. Сегодня перед регионом стоит задача за ближайшие 10 лет в 2,5 раза увеличить рынок труда и обеспечить двукратный рост промышленности, а также на 80% увеличить среднюю заработную плату. В Краснодарском крае продолжается активная работа по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». К 2024 году в него должно быть вовлечено минимум 349 кубанских предприятий, прежде всего в главных для нашего региона отраслях – сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и транспорте. Но чтобы привлечь предприятия к участию, нужны и мотивирующие инструменты. Поэтому на Кубани для участников нацпроекта вводят новые меры поддержки. Ряд предприятий города Краснодара уже являются участниками проекта, с ними заключены соглашения. С этими предприятиями уже профессионально и бесплатно работают консультанты по производительности труда. Они выезжают на предприятие, вместе с ними, вместе с руководством предприятия, вместе с менеджерами проводят необходимые мероприятия. Кроме того, специалисты на предприятии разбирают все производственные процессы и вырабатывают совместные решения для повышения производительности труда. Кроме того, в рамках нацпроекта можно бесплатно обучить своих сотрудников дополнительным навыкам.